Привет всем, с вами Лига Music Wars. Сегодня у нас небольшой разбор, сегодня без заставочки. Заставочку поставлю где-нибудь здесь, пусть покрутится, а я поразговариваю. В общем, как вы понимаете, что оптимизация игрушки, то есть любой, рассчитана вообще на компьютеры более высокой мощности. Это стандарт, каждое новое программное обеспечение выходящее увеличивает потребляемые мощности. Почему я затронул тему оптимизации браузеров? В свое время, соответственно, видео у меня есть на канале. Ну, кто не видел, так и напишите, можете поискать у меня, ну, на всех видео, там оптимизация браузера, установка браузера, в общем, видео есть. Заострять сильно внимание на этом не буду. Так вот, раньше, в 2018 году, на канале Макса Дракулы и еще Презента была такая интересная вещь. Они оптимизировали графику за счет установки расширения в программный, получается, ну, программный комплекс нескольких браузеров. Это Opera, это Google Chrome, по-моему, насколько я помню. Но в 2018 же году эту фичу прикрыли, то есть перестала возможность флешу, короче, извне, ну, как бы, получается, ввести вмешательство. Ну, это так, более-менее, если понятно. В общем, поставили на флеш определенную защиту. Теперь, чтобы что-то изменить на флеше, надо в этом флеше внутри запустить определенную процедуру. Как-то примерно вот так. И что же у нас предложили? В общем, предложили вставить в игру флеш-код. Раньше, до определенного обновления, я точно знаю, была возможность сделать анимацию, то есть в инфо. Вот здесь была не просто сделана вот так, как вы сейчас видите. Там единственный анимированный, это сейчас счетчик. Да и то счетчик заделан так, что, ну, то есть не видно, что анимается. А раньше там были анимированные картинки. Это можно было сделать. Самые продвинутые веселые хакеры это делали. Так вот, эта интересная вещь осталась у нас в объявлениях, ребята. То есть, если вы зайдете в группу, соответственно, зайдете в объявление, то вот здесь в функции создать вы можете вставлять определенные ссылочки на определенные флеш в плееры и причем играть. Можно сюда даже вставлять игрушки. Показывать это я тоже не буду. Это показывал в свое время Макс. Спасибо ему большое, хорошая идея. Но сейчас давайте перейдем к основному. В общем, код, ребята, который вставляется в объявление, который уменьшает графику игры из самой, получается, игры. То есть это флеш-код. Для этого мы, что получается, переходим. Так, мне надо найти ссылочку. Так, вот она. Так, мы переходим по ссылочке. Нажимаем пропустить. Реклама. Простите, ребят, но я тоже наглый и хочу заработать 2 рубля на том, что я сделал. Так что сильно не ругайтесь на меня. В общем, подождать 15 секунд не такая страшная история. В общем, пропускаете рекламу, вам открывается документ. В документе, соответственно, у вас есть строка, которую вы спокойно забираете. И что вы делаете? Вы ее вставляете в саму игрушку. То есть нажимаете «Создать объявление». Вот так эта строка выглядит. Все, и открыть. Вы получаете 2 кнопки, плюс бонусом получаете ссылочку на мой канал. Простите, но реклама прежде всего. В общем, посмотреть графику можно элементарно. Когда вы ставите high графику, то есть, соответственно, перегружаете флеш-плеер, ну, саму игрушку просто перезагрузите, и вы получите характеристики флеш-плеер на high графике. Если вы ставите low, то же самое, перезагружаете игрушку, все, вы играете на low. Я посмотрел, специально зашел, ребята, в рейтинг. Вот здесь картинка анимированная, которая есть. Если вы нажимаете в объявлениях, в объявлениях нажимаете на low, то картинка такая пикселизированная. И вот самое интересное, завтра будет эксперимент, ребят, завтра будет эксперимент, причем колоссальный. Я буду проверять. Раньше я никогда не мог собрать топовых монстров, то есть у меня игра подвисала, глючила, там куча всяких, вообще
все что угодно, но только не играть. Вот знаете, я замучился. Я даже несколько фризов вот сейчас на заднем фоне вам оставлю, но я действительно, я поэтому именно в дрожь земли, именно в предпоследний день, то есть сегодня, я видео выгружу с минимальной обработкой, лишь бы вам было как бы комфортно играть завтра. И завтра тех, кто мне писал в комментариях о том, что у него фризы на именно дрожь земли, пишите в комментариях, помогла ли вам методика или нет. Но я играю на хамелеоне, причем на хамелеоне эта функция тоже включилась. То есть не важно, что, допустим, в Google Chrome она работает, знаю, что она работает в Firefox и в хамелеоне тоже. То есть, по крайней мере, три браузера поддержали эту функцию. А так, простая элементарная кодовая структура, ребята, позволяет играть. Плюс, если вы нажимаете, то есть, ну, наводите, вот он красным, тут, ну, хитро выдуманная, короче, система. Если вы наводите вот так вот, вот так открывается мой канал. Ну, очень прикольно, конечно, очень весело. Ну, пару раз можно пощелкать, но это не сильно важно. Прошу всех, у кого есть возможность создавать объявления, либо, ребята, кидайте ссылочки, потому что ситуация такая, что сам браузер, как вы понимаете, ну, подвисает на игрушке, причем подвисает не только на самой дрожи земли, там у некоторых на БК виснет. Даже не забывайте, такие глюки, когда вы входите в экспедициях, и у вас не отображаются монстры, просто не отображаются. Это тоже как раз вот из-за флеша. Посмотрите, как у вас все изменится. Ну а так, ребята, спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайки, обязательно жду комментарии с дрожи земли, как у вас прошло, все, имею в виду, нормально или нет. И ссылочка на код, конечно же, в описании. Спасибо всем, кто смотрел, подписывайтесь.